Груви. Всем хай, с вами Юджин. Давайте-ка с вами немного Ничем. Планов у меня на сегодня очень много, просто дофига. А вот смогу ли я их реализовать всех за одну серию? Не факт. Но я постараюсь. Мы с Гарри, парни, рабочие, поэтому постараемся сделать все очень быстро. Темновато здесь, да? Надо бы окошко будет впихнуть, но не сейчас. Сейчас у нас есть дела поважнее. Ночь на дворе. Как у меня дела вообще? Стоп. У меня есть, оказывается, скрэп-метал, который нужно превратить в титаниум. Да. Еды мало. Воды тоже немного. Давайте себе водичку. Готового пепера, пепера. Ховерфиш давайте приготовим. У меня есть с собой соль? У меня есть соль. Давай, ховерфиш. Будь вкусным. Вот эти вот штучки особенно вкусные. Считается деликатесом у меня лично. Значит, сейчас я не поплыву на Аврору, я поплыву в пещеру. Мне нужно золото добыть и кучу материалов различных. Значит, мы меняем шлем антирадиационный на шлем антиглубинный. Благодаря которому на глубине мне будет хорошо так же, как и на поверхности. Давайте влезем в наш... Где, кстати, наш Симот? Вот он, спит. А ну проснись, у него очень мало энергии. Нет, мне это не нравится. Надо подумать, неужели его никак нельзя... А-а-а! Power Cell! Вот ты где пряталась все это время! Мне нужен Power Cell сделать для него. Так, это просто. Я надеюсь, по крайней мере, что это просто. Power Cell делается из двух батарей и силикона. Силикон делается из трех кварцев, если не ошибаюсь. У меня всего очень мало. У меня вообще ничего нету. Значит, мне нужны куперы, у меня есть куперы, мне нужно машрумы сделать. Давайте, будем искать. Вот они. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Моё. О, соль! Все брать. Тебе надо кварц отыскать. Отыскать кварц, отыскать кварц. Где же он? Найдись, тварь. Быстрее выныриваем, я вот подыхаю же. Почему я так рвусь в пещеру? Потому что я хочу построить циклопа. Я устал. Я устал плавать в маленьких, тесных аппаратах. Я хочу большой и зачетный. Ну что, кварца не найдется на сегодня? Или как? Что за фигня? О, смотрите, какой-то вход в пещерку. Ай-яй-яй, уродец. Ладно, фиг с тобой, я уверен. Смогу справиться. Он там пытается меня догнать, лох. Не получится. Где я? В итоге выплыл. А, вот территория красная. Кварц. Сейчас мы к нему подплывем как раз. У нас воздуха надо... Кстати, надо эйр-тенков сделать побольше. Ой, я очень близко к Авроре. Воу, монстр! Ну ладно, не сцим его. Берем то, что нам нужно. Когда он видит, что мы так уверенно себя ведем, он сам стреманется нас. Подумает, может быть, лучше не связываться с этим чуваком. Лучше не связываться, конечно же. Я несу беды. С собой. Стрим. Не понимать, маяк, где мой корабль? А, вон он. Немножко кварца добыл, надо больше. Кстати, хавчик, пора, считаю я. Вот так. О! Оп! Батарея закончилась! На моем глайдере закончилась батарея! Это ты виновата, мразь! Но ведь я ничего не делала! Вот именно, что ничего не делала! Ты должна была принести мне новую батарею, мразь! Вместо этого я вынужден грести своими ластами! Ну, бумеранг, ну иди ко мне! О, наконец-то. Сколько я нашел кварца? Раз, два, три, четыре. Мало. Придется вот прямо вот час потратить одну батарею на глайдер, чтобы добыть еще кварца. О, боже мой. Раз. Батарея есть. Окей. Сразу-то вторую забабахаем. Силикон. Хотя нет, вот, нормально же. Стоп, мы можем делать... А, Power Cell, все, делается. Круто. Надо просто взять еще один гриб, и у нас будет батарея чисто для нашего глайдера. О, хорошо, на все хватило. Кстати, надо себе аптечку сделать. Надо. Ну, в принципе, пока туда, куда я плыву, мне аптечки не понадобится, так что все будет окей. Я уверен, больше чем уверен. Шлем одеваем. Одеваем. Надо, видимо, сначала снять, потом только одеть. Ага. Вот что с моей рукой? О, боже мой! Я превращаюсь в рыбу, у меня руки становятся эластичными. Вспомнил старую рекламу из 90-х. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Жевательная резинка, если вы не помните. Если вы не знаете. Там чувак такой тянулся. Хотя, сейчас я вспоминаю, что это очень похоже на одного из фантастической четверки. Итак, у нас есть все, что необходимо. Есть еда, есть вода, есть симот, батарейка для симота. Значит, нам нужно куда-то, где-то надо найти пещеру ту. Как я буду искать, без понятия. В общем, плывем в эту сторону. Нужно найти ноздри. Вот эта местность уже становится более-менее похожа на ту, что мне нужно. А, нет, это я лоханулся, это не то. Это не то, хотя, погодите, вот эти водоросли могут быть знаком. Я помню, я в прошлый раз плыл через такие вот огромные водоросли. Помню вот эту огромеднейшую, самую огромедную. Вот так проплыл ее, смотрю вниз. Детка, ты ли это? Это оно! Неужели прям нашел? Ай да я, молодец. О, новая штучка, которую я раньше не видел. Ладно, вылазь. Ау, просто растение, хорошо. Золото есть. Надо быть очень быстрым здесь. Стоп, стоп, Симов,
Симов, Симов. Хорош, опасно. Здесь все очень опасно. Выходим. Есть. Ох, я разбогатею сейчас. Я все это заберу отсюда. Прям по максимуму себя надо набить. Значит, можно сначала вот с этих стен позабирать. Я же помню, тут были твари. Помню. Так. Есть. Ла-ла-ла-ла-лам. Спокойно добываем. О, смотрите. Какая-то лава. Какая-то застывшая лава. Ее не было раньше. Это прям, смотрите, испарение. Оп, рыба-глаз, здорово! А, кто это? Кто? Какого черта? Кто меня взял? Да это я, женек. О, что происходит? Смотрите, прям взрывы. Тут вообще нельзя шутить с этим местом. Ладно, будем держаться подальше от этих вот стрёмных мест. Давайте вот здесь вот все это собрать. Оп. А, женек, я, разумеется, знал, что это ты придешь, поэтому решил приготовить нам ужин. Тебя ждут сочные стейки. А они не подгорят? О чем ты говоришь? Я же на медленный огонь поставил. А, окей, хорошо, попозже и поедим. Обязательно. Тихо, не биться об стенки. Смотрите, это какие-то апгрейдженные пиперы. Ау. Это не обычные пиперы, это супер крутые пиперы. Это окулусы, понятно. Я думал, это пиперы здесь водятся также. Подводные, глубоководные пиперы. Энергия заканчивается. Что ж, давайте начнем перепауэр селл. Чё? Получилось? А, все, заменилось автоматически. Хорошо, хорошо. Этого мне надолго хватит. А, нет, 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 стой, стой, стой. Все. Опс, прямо в заднице стукнулся об... А, гриб, прости, гриб. Ничего, женек! Смотрите, народ, я нашел какое местечко забавное. Это либо баг, либо отсылка к Майнкрафту. Но, скорее всего, это просто баг. И он далеко вверх идет. Эту часть пещеры забыли промоделировать нормально. Все, мы забиты под завязку, пора домой. Домой строить циклопа. Ой, не кричите на меня, страшно. О, уродец! Валим. Вау, как я круто выплыл. Прям... Итак, где мы? О, под нами еще не такой страшило. Мы в зоне красных водорослей. Наша шлюпка вон там находится. Туда и плывем. Ну-ка, дельфин. Дельфин стайл. У-ху-ху. На пару метров подпрыгнул. Жалко, нельзя со стороны посмотреть. Хотел бы я иметь такую маленькую подлодочку, как этот Тимоф. В реальности, чтобы вот так вот плавать. Это очень весело. Чем тормозим? Выходим. Что ж, у нас куча всего. Просто овер дофига. Давайте начнем мутить. Мутить всякое. Сначала надо сложить все это дело. Угу. Насчет мутить, ну, конечно, мы не замутим пока сейчас. Нам нужно идти добывать металл кучу. Пластил ингат, титаниум ингат, литиум. Титаниум ингат, 10 титаниумов. Ясно. А, блюпринтс, пластил ингат, энамел глаз еще надо сделать. Энамел глаз делается из... Чё? Энамел? Новый материал, смотрите, оно раньше делалось из другого. Нам же стекло и энамел. А энамел... О нет, они обновили все. Энамел, эту штуку я даже не могу это крафтить. Это видимо, ресурс, который нужно найти. Все, жопа, мы не построим сейчас циклопа с вами. Ах, не сволочи. Чтобы найти энамел, нам нужно куда-то, видимо, плыть в новые места и находить его. Кстати, я сейчас посмотрел, я и аптечку тоже сделать не могу. Мне нужен фибер, целых 4 штуки. А фибер, это... Тоже, видимо, какой-то ресурс, который я не могу сделать. Который мне нужно где-то добыть. Упс! Это значит, что нам придется отправиться в дальнее плавание. В новые земли. Вот такие вот пироги у нас. Ну, кстати, давайте попробуем сделать фильтрованную, дезинфицированную воду. Нам нужен блич для этого. Блич делается из соли и кальциума. Кальциум чанг. Где он у нас? Мы, по-моему, его добываем из ракушек. Вот из этих вот. Оно? Оно. Я разочарован. Я думал, я буду на субмарине сегодня плавать. Хрена бы там. И на Аврору я также не полезу, потому что всего 22 хп. Мне нужно искать фиберов, чтобы сделать аптечку. Блич. Раз, две, три фильтра для воды сделали. Надо найти рыбу-воду. Где она, мать ее так? Вон она плавает. Раз, две штуки пока вижу. Атака! Ох, ее понесло! Так забавно сбивать рыб. О! Радиация! Меня еще больше покоцало! Нет! Меня коцает! Отойди! Ой-ой-ой! Хочу домой! О! Нет! Ой, тут я болван! Как меня прокоцало сильно! Все, антирадиационно одеваем. 6 хп. Ой, как сурово меня наказала жизнь за глупость. Хорошо, хоть я обратил внимание, пока сбивал этих рыб. Этих бедных рыб. Где они еще? Вот одна. Ой! Фак. Вон она. Думала, уплыть от меня. Да-да-да-да-да. У-ху!
Пардон, ребят, тут моя рыбка упала у вас. Спасибо. Вот они там резвятся, смотрите. О, ховерфиш понадобится. И зуб тоже. Быстрее. Уйди. Ай! Пасть свою высунул. Ты что? Не пугай меня так. Иди домой. Обо что? Обо чё ударился? А, об своего этого конструктора. Неаккуратно вожу. Да, в эту воду нельзя сейчас вылазить без антирадиационного костюма. 6 хп. Что можно сделать с 6 хп? Не знаю. Это просто дикий хардкор. Ладно, давайте сделаем воду. Профильтруем ее. Вообще, посмотрим, что дает фильтрованная вода. 30. 30 восстановления. А обычная? А обычная... О! 15, смотрите, это в 2 раза лучше. Кстати, надо сожрать рыбку. Ну, давайте тогда выпьем эту водицу всю. Вот, все, нажрались. Теперь стала соль очень быстро заканчиваться. Нет. Есть маза делать фильтрованную воду? Есть. Прежде чем мы отправимся в дальние плавания, нам нужно сделать дополнительный пауэрселл. О, я помню, там было что ли 6 штук, да, пауэрселлов нужно для этой субмарины нашей большой. Пора готовиться к дальнему плаванию. Оно будет очень опасным, я думаю. Но, к счастью, со мной есть мои друзья, это Гарри. Я с тобой, Женек, на все 100. И Глаз. Отлично, вперед на поиски приключений. Да, кстати, Глаз, я хотел тебя спросить, какую бы сторону нам поплыть, на твой взгляд? Ну, я думаю, вот туда. Отличный выбор, Глаз. Там нас ожидает куча невиданных земель. Что такое? Что здесь смешного? Да не, Глаз, ничего смешного. Ничего смешного я здесь не вижу. Окей, где наш Симов? Вот он. Усаживаемся поудобнее и... Ночь. Вот фиг ли я ночью собираюсь тут плавать? Нет, ночью опасно. Давайте до утра половим рыбку. Смотрите, ей интересно, что это такое? Технологии? Оп. Поймал ее. Бумеранг. Оп. Бац. Упал ровно туда, где... куда фары светят. Ох, как катится весело. Прям как перекати поле. Надеюсь, это не коцает мой симот. Это ж маленькая рыбешка. Вот я наловил, в принципе, неплохо. Светает. О, смотрите! Это странные твари с ними с жопами обвисшими и набухшими. Их две здесь, да? Я уверен, они опасные. Смотрите. Ребята, не бойтесь, я такой же, как вы. О, ох, он на... Ай-яй-яй. Пересрал, бедный. А, не кричи на меня. Видите, у них защитная реакция сработала. Они впрыскивают эту штуку свою. Она, скорее всего, ядовитая должна быть. Ой, его передергивает немного. Все, не будем мешать им. Раз рассветлело, пойдемте приготовим. И повалили. Повалили на поиски приключений. О, идея. А давайте-ка мы, знаете, что замутим? Давайте-ка мы компас зафигачим. Нам нужен компьютерный чип. Делается он из... Silver и кварц. Это все у меня есть. Серебро одно. 3 штуки. Opal Gem. Если не ошибаюсь, это то же самое, да? Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Это оно? Opal Gem, да. 3 штуки. Сейчас будет компас. Угу. Компьютерный чип. Компас. А зачем термометр? Неужели это влияет на... меня. Как сделать термометр? Ну, наверное, это тоже нужно. Еще один компьютерный чип нужен. Значит, надо еще добыть этих штучек. Термометр. Вот, кстати, куда вставляются эти чипы. Значит, хад... А, вот, смотрите, появилось. Индикатор появился. Круто. 6 хп, и я отправляюсь вдаль. Неизведанное. Это рискованно. Очень сильно рискованно. Поплывем туда. Это значит между югом и западом. Юго-запад. Поплыли на юго-запад. И да, кстати, если есть способ поднять хп, не крафтя аптечку, вы мне напишите, потому что я не в курсе. Окей, я думаю, стоит прям прочесывать дно. Прочесать все от и до. О, золото и здесь находится просто. А я думал, надо обязательно в пещеру за ним плыть. Эти странные пения странных существ. Ой, привет! Евгений, я вижу, ты отправляешься на поиски приключений! Так вот, желаю тебе удачи, чтоб ты сдох, тварь! Спасибо огромное тебе, медузка. Медуза все еще обижена за то, что я назвал ее толстой, понятно. О, смотрите, становится довольно-таки пусто. О, шипы! Я помню эти места. Слышите? Какие-то бульканье странные. Окей, поплыли вниз. Ой, как глубоко. 150 метров, 160. Пустоши. У меня есть сомнения. Мне кажется, эти земли еще просто не сделаны. Поэтому я вижу просто тупо ландшафт голый. О, смотрите, вниз прямо. Поплыли прямо вниз 250 метров. Ха-ха-ха-ха, как глубоко. 320, 330. Боже мой, что здесь водится? Вообще, водится здесь что-нибудь или нет? Так, здесь уже текстурки пошли. Здесь что-то есть или нет? О! Стоп, напугал меня шарик. А здесь у нас опять пустошь. Смотрите, как резко меняется местность. И еще больше. Еще гл...
О-о-о, 500 метров! Ага. Ну это похоже уже просто на баг. Мне кажется, это не сделанная местность, ясно. Я так могу до бесконечности спускаться. Все, обратно. Плохую сторону я выбрал. Мне кажется, мне надо либо за Аврору, либо от Авроры плыть. Давайте прям наверх сплывем, чтобы по поверхности плыть. Зато мы поняли, что Тимоф выдерживает 500 метров глубины. Ох, это толща воды, супер стрём. Где база-то наша? Вот это что? Что это? А, какое место клёвое. Я нашел багенный кусок земли. Все понятно, сюда не надо еще пока плыть. Можно идти домой. Смотрите, даже Аврора перестала прорисовываться. Настолько я далеко отплыл. Ладно. 1% энергии остался. Вон она, вон Аврорка. Все. Оу, здесь супер страшно. Заменили, поплыли. О, земля! Смотрите, это остров. На нем деревья даже есть. Он огромный. Что это? О-хо-хо-хо. Это летающий остров, плавающий точнее. Ау! А это кто такие? Смотрите, это липучки. Видите, они дергаются. Это огромные липучки. Мы видим, как эволюция пошла здесь разным путем. Есть большие, огромные липучки, которые целые острова поднимают. И есть маленькие, которые поднимают камешки просто. А эти диски? Ну-ка, давайте мы их сорвем. Можно? К сожалению, это ничего не дает. Пока бесполезно. Супер круто. А можно что-нибудь получить от этих островов? Какой-нибудь профит, какой-нибудь ресурс? Ну-ка, давайте... Да что ты бьешься об меня, если ударить их? Не, ничего не будет. Хорошо, здесь опасно. Для Симота я бьюсь постоянно. И как я понял, на него нельзя забраться. Смотрите на эти деревья. Они светятся. Они не просто светятся, они какие-то лучи, видите, посылают. Что это за звук? О! Что это? Оу. Как я обосрался. Поплыли отсюда. Музыка страшная какая-то. Ладно, придется вернуться к базе, сделать еще один power cell и поплыть в другое место. О! Да вы обалдели появляться так ни с того ни с сего. Шипованная локация. О, смотрите. А вот и лес сталкеров начинается. Вот что я понял. Все необходимые ресурсы находятся в близости от базы. От моей. В относительной близости, потому что... Далеко плыть, область еще не проработана. Только вот где искать то, что мне нужно? Хорошо, давайте бороздить вот эту область. О, вторая медузка. Где-то здесь была зона каньонов. О, смотрите. Соль. Ой, ой, ко мне плывут. Тихо, вот каньоны начинаются. Может быть, здесь появились новые ресурсы? Тихо, 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 успокойся. Успокойся, сказал. Тебе сказано успокоиться. А ну пошел отсюда. Пошел, говорю. На. Я его прокоцал. You're going down, bitch. Вот он рез. Быстренько берем. Где? Да не смей меня трогать, морозота. Я потерял эту штуку. По-моему, здесь это была. Ой, кого-то я там ударил. Хорошо, поплыли вот в эту пещерку. Вау, не надо мне этого делать. Не надо мне этого делать! Уйдите от меня! Что и надо? Да что за фигня? Оставь меня в покое, мразь! Нет, здесь все очень недружелюбное. Надо выходить отсюда. Ой, 55 хп уже. Ох, как меня прокоцали. Ладно, валим. Будь вы прокляты, мразь. Ненавижу вас. Зона каньонов очень опасная. О, смотрите. Еще пещерка. Надеюсь, хотя бы здесь нету всяких пиявочек. Мне резы нужны. Нет, это все бесперспективняк. Тихонечко вылазим отсюда. Хоп. Может быть, просто вот в этих пупырках можно что-то найти. Вот. Серебро. Уйди! Ну, вот рядом с этим чуваком как-то не хочется добывать что-то. Ага, и пошел спуск вниз. И там все. Там точно дно. Бескрайнее дно. Мне туда не надо. О! Кто? Монстр здесь! Тот самый! Где он? Осторожней надо быть. Предельно осторожней. Так, где-то здесь было... Вот еще месторождение всякого барахла. А! А, тихо стало. Ау, рыбки осторожней.
Ну вот, наше путешествие и закончилось. Я не нашел то, что искал. Я не знаю, где это найти. Надо будет думать, надо будет смотреть гайды, читать ваши советы в комментариях. Все подряд надо будет делать, но надо, в общем, решить проблему. На этом мы с вами остановимся и продолжим в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. И если понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте и вступайте в группу ВКонтакте всеми. И про Facebook не забывайте. Все, кто юзает Facebook, добавляйтесь в друзья на Facebook. Всех добавлю. Никого не прокину, обещаю вам. На сегодня все, с вами был Юджин. Давайте напоследок супер жирную пичулю. Вы готовы? И пять!